Новости Богородского района. Богородская43.ру. Утром 13 декабря в поселке Богородское на центральном водоводе произошла авария. На место незамедлительно прибыла бригада рабочих ООО «Стимул». Несмотря на сильный мороз и пронизывающий ветер, ребята быстро определили место утечки воды. Была обнаружена поврежденная труба диаметром 159 мм. Далее, как говорится, было дело техники. Слаженная мужская работа всех стимульцев дала результат. К 14 часам вода вновь поступила во все дома на 22 улицы поселка. Спасибо вам, мужики!